Может быть, отчет работы правительства признан удовлетворительным и эффективным, если 30% решений, которые принималось в течение года, руководством республики не выполнено. А из 70%, которых рапортовали, анализ показал, половина – это отписки. Заслушав отчет о работе правительства и, соответственно, информацию о выполнении моих поручений, в соответствии с пунктом 3 статьи 84 Конституции Республики Коми и пунктом 3 статьи 7 Закона Республики о должностных лицах и органах исполнительной власти Республики Коми, я принял решение об отставке правительства Республики Коми. Руководителя администрации я прошу подготовить соответствующий указ. Министров прошу продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства республики. По руководителям органов исполнительной власти и госорганов, которых я назначаю лично, решения буду принимать по каждому отдельно, решение будет доведено до всех. Одновременно обращаюсь и к главам муниципальных образований. Все, что сегодня мы здесь слышали, прямое относится и к вам. Каждый из вас сегодня должен еще раз подумать, насколько он способен и хочет выполнять свои обязанности. И в случае, если вы честно себе ответите на этот вопрос, по крайней мере, некоторые из вас, то лучше подать заявление самому сейчас.